Эркул и Усербаев мы предложим дать места из резерва. В этом году государством выделено 32 тысячи грантов для обучения в высших учебных заведениях. На присуждение грантов у нас в конкурсе принимает участие 67 тысяч молодых людей. Из 32 тысяч грантов где-то треть, 12,5 тысяч, будут выделены на технические специальности, 6 тысяч на педагогические специальности и 2,5 тысячи на сельскохозяйственные специальности. Значит, 78% это выпускники казахских школ, соответственно, 78% примерно выделяется грантов для казахских отделений, оставшиеся для студентов, которые будут обучаться на русском языке.